Здравствуйте, друзья! С вами снова я, художница Лариса Изюмченко. Кто уже успел познакомиться с моими видеороликами в Ютубе, присоединяйтесь, смотрите, слушайте. Я рада буду с вами пообщаться. И хочу рассказать вам о том, как прошел сегодняшний день. Суббота очень радостный, очень яркий на эмоции. Сейчас уже обед, сколько времени? 3 часа, вот. И я сижу, отдыхаю. Вот у меня сегодня был вернисаж на улице возле моей мастерской «Ларус». Кто знает, кто в Покровске живет, тот знает. Наверное, может быть, видел меня с моими картинами. Вот, и я сегодня выставила свои работы на обозрение народа, так сказать, искусство в массы. Вот, здесь у нас своеобразный пешеходный Арбат. Вот, улица Торговая, 8, это мастерская «Ларус». Здесь расположена, где живут мои картины. И я прихожу сюда, и тут пишу картины, потом знакомятся люди, приходят, заказывают рамки, заказывают, допустим, портреты. Вот. Но сейчас я как-то отдыхаю от портретов, и у меня пошла цветочная живописная тема, краски масляные, акриловые. Я вот не знаю, даже теряюсь, то ли акрил, то ли масло. Что-то я совсем растерялась, так что мои портреты сейчас отдыхают. Я думаю, что мы еще с моим режиссером, оператором Анечкой, моей любимой племяшкой, мы еще сделаем видеоролики о портретах, это отдельная история. Вот, и я думаю, что вы будете рады, будет вам любопытно увидеть мои портреты, и, возможно, может быть, даже, и не может быть, я уверена, что многие из вас закажут у меня портрет, то ли карандашный, то ли живописный. Вот, зашла я далеко. Кстати, вернемся к началу моей беседы. О сегодняшнем вернисаже уличном. Я выставила все свои новые картины. Насколько было ярко, насколько было ярмарочно, ярко. Все вот эти вот картины, которые были на видеороликах, все были здесь вот в жизни. Очень много людей шли, было шумно, останавливались дети, останавливались взрослые люди, люди уже совсем даже преклонного возраста. Многим я раздавала визитки, всем рассказывала, что я открыла канал в Ютубе. Вот, мне было приятно, чтобы люди забрали визитки, и, может быть, конечно, они тоже.